Фрукты и овощи пенсионеры Алматы отныне могут приобрести совершенно бесплатно. В городе появился уголок добра. Необычный социальный павильон открылся в Ауизовском районе. Его организовал бизнесмен Рамазан Чиншанло. Он ежедневно закупает для пожилых людей свежие продукты. Вместе с пенсионерами в Бюро добрых услуг отправилась и наш корреспондент Сания Матынова. Самым необходимым продовольствием пенсионеров Рамазан Чиншанло снабжает вот уже несколько лет. Ежедневно добрый предприниматель выдает пожилым алматинцам несколько килограммов фруктов и овощей, качеству которых он уделяет особое внимание. Идея создать уголок милосердия бизнесмену и его партнерам пришла не случайно. Мужчина арендует продуктовый павильон. Говорит, к нему часто приходят люди преклонного возраста, у которых не всегда хватает денег. Нам приходят бабушки, говорят, что у них маленькая пенсия, и мы вместе с бабушками мы придумали уголок добра, что у бабушек, у некоторых не хватает пенсии, и мы вытаскиваем вот эти картошки, ставим уголок добра. Ежедневно пенсионеры могут бесплатно взять овощи и фрукты в уголке милосердия, который находится по адресу Абая 23/2. Как отмечают организаторы, особым спросом у пожилого населения пользуются 4 вида овощей и 2 вида фруктов, а именно картофель, лук, морковь, капуста, яблоки и мандарины. Молва о благотворительном проекте быстро распространилась по городу. Теперь принять участие в благом деле изъявляют желание и другие предприниматели. И вполне возможно, что скоро свои уголки добра появятся во всех социальных павильонах города. Кто в округе пенсионеры живут, они приходят и стараются уже брать бесплатно. То есть ни за копеек, ни за что они начинают сами бесплатно раздавать. Эту идею мы сейчас будем дальше двигать по нашим другим павильонам. Я думаю, до конца февраля, начала марта мы все вот эти охват по всем нашим павильонам это осуществим. А пока единственный уголок добра пользуется большой популярностью. Пенсионеры рады, что в условиях рыночной экономики есть предприниматели, которые думают не только о прибыли. Не каждый человек может позволить себе что-то лишнее приобрести. Бывает, что очень маленькая пенсия или большая семья. Поэтому большое спасибо за такой уголок добра добрым людям. Вот я тоже взяла яблоки вот с этого уголка добра. Часто пользуюсь услугами этого магазина. Хочу отметить, что ребята тут очень хорошие, добрые. И что интересно, здесь пенсионерам иногда, у тех, у которых либо нет денег, либо не хватает, они эти услуги оказывают нам бесплатно. И мы все с удовольствием ходим в этот магазин. Спасибо им большое. Уголок добра открыли в ноябре прошлого года. За это время пенсионерам бесплатно раздали около тонны продовольственных товаров. Сания Матынова, Валерий Таубалдиев, телеканал «Алматы».